Памятник Фаине Раневской стоит на улице Фрунзе еще до того момента, когда сюда сворачивает трамвай. Можно обойти. Это, очевидно, дом, где она жила. Улица Фрунзе, 12. Фаина Раневская, которая родилась в семье бедного нефтяного магната. Ну, фотографий в Википедии достаточно. Давай пройдем на нашу улицу, в наш украинский переулок. Начинается улица Фрунзе как раз с украинского переулка. Здесь мы поворачиваем налево и идем в сторону убывания номеров. Четная сторона у нас слева. Украинский переулок, 16. А вот он и наш дом. Ворота, в которые мы всегда входили, где была чаще заперта калитка. Где-то вот здесь жил Валька Абрамов, здоровый мужик. И здесь балкон, которому я всегда завидовал. И похоже, что вот эти три верхних окна были наши. Напротив был всегда скверик, который никуда не делся. Наоборот, здесь у нас появилась детская площадка. Всегда обожал детский шум во время дневного сна. Просыпаешься, на улице солнышко светит, дети щебечут, ждут родителей, когда придут родители. Это, конечно, не детский сад, но тоже шумный, наверное. И здесь улица, которая раньше была Ленинкой, а теперь ее назвали Петровкой. Наш Бродвей, как его называли. Не знаю, сможем ли мы дойти здесь до театра. Я просто не знаю, где он находится. На этом вот указателе не больно видно. Следующий ориентир, который может быть. Улица Петровская, наверное, называют ее Петровка. Ну, пойду, Женя зовет.